Царю Алексею Михайловичу уже в 18 лет пришлось познакомиться со стихией русского бунта. Летом 1648 года он едва не лишился всего своего правительства. Скопившаяся ненависть выплеснулась на улице, и москвичи буквально растерзали несколько самых одиозных представителей элиты. Это была только прелюдия к главному страху. Стрельцы и посадские люди пришли сюда, к дворцу, и потребовали выдачи самого боярина Морозова, главу правительства и воспитателя молодого царя. Положение вчерашнего временщика сделалось поистине безнадежным. И тогда, чтобы спасти своего дядьку, царь Алексей вышел к народу. Приказывать что-либо было невозможно. И он будет просить, слезно умолять, пощадить старого боярина и своего Сабинного друга. Вот только так, а не иначе. Только слезное моление незлобивого царя могло остановить спровоцированную элитой трагедию самосуда. События лета 1648 года трудно удержаться от исторической аналогии. Во времена Ивана Грозного тоже произошло восстание. И тогда москвичи тоже призвали к ответу элиту. И тоже пролилась кровь. А толпа отправилась за правдой к молодому царю. Все очень похоже. Между этими событиями прошел ровно 101 год. Что удалось сделать? Ничего. Страна пережила правление грозного царя. Потом пришла великая смута, разорение. Из этой ямы с огромным трудом удалось выбраться. И все вернулось на круги своя. Между тем на счетчике потерянного времени целое столетие. И тут уж постарались все, ничего не скажешь, виноваты все. Но элита, правящий слой все-таки в первую очередь. За развитие страны, за ее политику, за социальный мир отвечает элита. И народ это знает, а потому, когда припрет, спрашивает с людей власти. И называет их не иначе, как злодеями. В середине 17 века речь шла об умножении злодеев, которые, будучи у твоих государевых дел, только богатство собирают и мир губят. Теперь это называется статусной рентой, когда, находясь у государевых дел, прежде всего богатство собирают. Обогащаются, одним словом. Обогащаются. Так вот, 350 лет назад такое положение вещей нашим предкам категорически не нравилось. И они все свои претензии к элите изложили на бумаге. Собрались, посовещались и написали царю большую всенародную челобитную. Как видите, русский бунт бывает не только бессмысленным. Тем более, большая челобитная заставила власть серьезно задуматься о положении вещей и принять срочные меры. В частности, созвать земский собор и разработать новый свод законов и прочее, и прочее. Все это, без сомнения, важно, но недостаточно.
чтобы работали законы юридические, законы писанные, нужно укоренить законы неписанные. Одно без другого работать не будет. Поясню, о чем идет речь. О моральных табу. Никакой суд не заставит элиту изжить свою душепагубную корысть. Тот, кто считает иначе, забывает о человеке, у которого есть свои устремления, убеждения, идеалы, ценности, наконец. Элита состоит из людей, прошу прощения, а не из бездушных механизмов. Царь Алексей Михайлович, несмотря на свою молодость, пошел по единственно верному пути. Он будет работать над воспитанием элиты. Оказывается, такое возможно. Уникальный опыт, между прочим. Главная забота царя – личность человека, мотивация его поступков. В любую эпоху эта задача решается с помощью идеала. Для царя Алексея идеалом является служба, прямая, нелицемерная, всем сердцем. В широком смысле служить, участвуя в общем деле, и значит жить. При этом у каждого есть свое место, свой круг обязанностей, каждому положена своя честь, и царю, и боярину, и любому служилому человеку. А где честь, там все стоит крепко. Там нет плутовства, безобразия. Одним словом, нет смуты. Такая жизнь, жизнь-служение, не просто достойна и благочинна. Помимо всего прочего, она удивительно красива. Эту красоту зримо воплощали все многочисленные государственные обряды и церемонии. И особенно богомольные выходы царя. Подколокольный звон, царь в парадном облачении, в окружении бояр и чинов государева двора, торжественно шествовал в Успенский собор, либо на водосвятие, или в один из московских монастырей. Царь воспитывал элиту прежде всего личным примером. Он сам по-настоящему много работал, иногда даже по ночам. Такой же усердной службы требовал от своих сотрудников. Он не спускал малейшего промаха и промедления в государственных делах. Выговаривал виновному в самых резких выражениях. «Иуда! Сатанинская служба! Ябеда! Клятвопреступник! Бездушник!» Вместе с тем государь был отходчив. И все это знали. Да и не хотел он понапрасну сорить людьми. Не репрессиям, а большому общему делу надлежало приохотить государственных людей к службе. Надежды государя, по большому счету, оправдались. Способность элиты к решению стратегических задач, к работе над большими проектами, национальными проектами, ярчайшая черта той эпохи. Таких проектов в 17 веке было несколько. Упомянем только об одном из них. Малороссийский или по-другому украинский проект. Принятие Украины в русское подданство. Этот вопрос поставил перед московским государством украинский народ. Именно народ, который вел тяжелейшую борьбу и хотел, наконец, вырваться из польско-католического плена. Нечего было и думать решить судьбу Украины в одночасье. Понадобится несколько десятилетий и усилия тысяч и тысяч русских людей. На этом пути нас будет ожидать 13-летняя война с Польшей, бесконечные измены украинских гетманов, метание местной элиты и всего украинского казачества. Со временем для руководства проектом в Москве будет создан малороссийский приказ, особое государственное учреждение.
возглавит приказ Артамон Матвеев, крупнейший деятель своего времени. Матвеев не принадлежал к большой знати, а считался человеком худородным. Это не помешает ему стать боярином и к тому же канцлером, главой всего внешнеполитического ведомства, посольского приказа. Как видите, элита при Алексее Михайловиче стремительно обновлялась. Появляются люди, великие службой. На самом деле их положение не очень прочно. Оно поддерживается только доверием государя. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после смерти Алексея Михайловича в 1676 году позиции Матвеева будут поколеблены, и в результате он лишится всего. Падение Матвеева совершилось не сразу, а постепенно. Кто-то из его недругов, будучи знатоком придворной жизни, хорошо все просчитал. Сначала по царскому указу дипломата удалили из Москвы. Отправили в почетную ссылку воеводы в Верхотурье. По дороге его перехватили, предъявили нелепые обвинения, допрашивали и, в конце концов, лишив боярства, упекли в Пустозерск. Оказавшись на краю земли, чуть ли не на берегу Студенного моря, Матвеев пал духом. Он изнемогал от свалившихся на него несчастий. Писал в Москву слезные челобитные, просил, пытался оправдаться. Все напрасно. Эту историю можно считать приговором той элите, над воспитанием которой трудился царь Алексей Михайлович. Его идея службы, высокие понятия чини и чести не выдержали испытания временем. При появлении на троне несовершеннолетнего преемника возобновилась привычная война элит. Ее жертвой мог стать любой. Заслуги и опытность в делах правления не имели ни малейшего значения. От этого кошмара русская элита избавится, но лет через 100, не раньше. Отставка сделается рутинной процедурой, не связанной ни с опалой, ни с политическими преследованиями. Покинув дворец, можно будет преспокойно переселиться в свою усадьбу, а не коротать остаток дней в Пустозерске. Только не стоит делать поспешные выводы и оценки. Имперская элита не будет свободна от недостатков. Более того, эти недостатки окажутся гораздо серьезнее и опаснее изъянов древнерусской элиты. Артамон Матвеев, в отличие, скажем, от министров Александра I, будет разговаривать с русским народом на одном языке. Элита перестанет понимать и знать свою страну именно в новое время. А это беда, большая беда, которая обернулась неумелая европеизация. Самое интересное, что если мы начнем распутывать этот клубок и попытаемся понять, когда и как начался раскол русской культуры, мы доберемся аккурат до несчастного Матвеева. В свое время, будучи главой посольского приказа, он являлся одним из первых проводников западного влияния. На самом деле это влияние может быть разным. Благотворным, как при Иване III, или разрушительным. Все дело, с чего начать. Нельзя было, как Матвеев, начинать с придворного театра и роскошной заграничной мебели. Русская элита благополучно прошляпила эту проблему. Только один государственный муж в то время, только один был по-настоящему готов к встрече с Западом. Где это видано, чтобы человек добровольно отказался от высокого и почетного чина?
мог стать боярином и не стал. Согласитесь, в истории элиты такое встретишь нечасто. Тем интереснее личность Федора Михайловича Ртищева. Он рано попал в царский дворец, где рос вместе с царем. Алексей Михайлович очень привязался к Ртищеву, и долгие-долгие годы их будет связывать сердечная дружба. Эту близость к царю Ртищев никогда не выпячивал и никогда не злоупотреблял ею. Во всяком случае, пожелал остаться окольничем. Второй после боярина придворный чин его вполне устраивал. Все внешнее, к чему так привязаны люди нового времени, для Ртищева не имело определяющего значения. Он был человеком правильной христианской жизни, а потому доброжелательным, миролюбивым, неизменно внимательным к людям и абсолютно свободным от зависти. Как он сумел сохранить все эти замечательные духовные дарования, постоянно находясь во дворце, это поистине удивительно. За то, как никто другой из своих современников, стольник Ртищев понимал недостатки и нужды древнерусской жизни. Он хорошо понимал, что преобразования не просто желательны, они насущно необходимы. На Руси многое нужно изменить. Многое, но не все. Вот это самое важное в позиции Федора Ртищева. Он очень ценил лучшие начала и заветы древнерусской жизни. Он любил красоту Руси. Ради сохранения и приумножения этой красоты он был готов к необходимым преобразованиям. Как нам все время не хватает этого ртищевского смиренно-мудрия, а сегодня особенно не хватает. Итак, задача номер один – научить русского человека мыслить и действовать самостоятельно, и чтобы он при этом не пытался разнести в щепки все, что так или иначе оформляет окружающую жизнь, государство и церковь в том числе. Для развития мысли необходима наука, для воспитания самодеятельности – потребна культура. С развлечением и роскошью лучше повременить. Начинать нужно с обычной школы. Приблизительно так можно сформулировать идею проекта, над которым Федор Ртищев будет упорно работать с конца 1640-х годов. На окраине столицы, на высоком берегу Москвы-реки, он построит, говоря современным языком, научно-просветительский центр – Андреевский монастырь. В стенах монастыря появится ученое братство. Здесь будут трудиться 30 ученых-монахов, приглашенных стольником из Киева. Сам Ртищев, несмотря на все свои многочисленные хозяйственные заботы и должности, станет первым учеником в этой школе иностранных языков и книжного дела. Конечно, Андреевское братство – это не европейский университет, но, как говорится, лиха беда начала. И все-таки начинать нужно было раньше. Лет на 100, на 150 раньше, как минимум. Дело просвещения и дело культуры не такое быстрое, как хотелось бы. Потерянное столетие, о котором мы с вами уже говорили, обойдется нам слишком дорого. Ведь теперь важно было не только создать новую школу. Труднее всего окажется защитить новое дело от ревностных охранителей русской старины. А таких будет много, и это естественно. Свое возмущение и неприятие они станут демонстрировать всеми доступными средствами.
И тут ртищевское миролюбие, здравомыслие и авторитет окажутся как нельзя кстати. У него и в мыслях не было затыкать рот или игнорировать оппонентов. Напротив, он всех пригласит к спору, к дискуссии. Для этого откроет двери своего дома. Птищев не пожалеет силы, сделает все, чтобы спор между противниками и сторонниками просвещения не перерос в непримиримую войну. Он не хотел разрыва. К сожалению, об этих идейных спорах в доме Ртищева нам известно крайне мало. Есть сведения, что в них принимали участие глава староверов протопоп Аввакум, просветитель, переводчик и поэт Симеон Полоцкий. Их идейные баталии наверняка были очень жаркими. Договориться противники не могли. Они стояли на диаметрально противоположных позициях. Один настаивал на необходимости нравственного совершенства, другой – на примате знания. Один был убежденным защитником веры, другой боготворил культуру. Кто прав? На самом деле оба были правы и одновременно неправы. Каждый по-своему. Такое бывает в жизни. А знаете, в чем был неправ просветитель Симеон Полоцкий? Этот вопрос необычайно актуален сегодня. Для него, ученого человека, проводника западного влияния, древнерусская культура – это плохая культура. А наше средневековье, русская старина, ничтожна и бесполезна. Отсюда была прямая дорога к русскому западничеству и Петровскому перевороту. Федор Ртищев, без сомнения, чувствовал эту опасность. Он был единственным крупным представителем русской элиты, который пытался не допустить противостояния веры и культуры. Закат Древней Руси был болезненным и действительно бурным. Люди чувствовали, что они присутствуют при невиданной ломке. В эти времена сильным мира сего не стоит лишний раз раздражать общество. Особенно противопоказаны высокомерие. Милосердие, напротив, весьма и весьма желательно. В эпоху перемен люди очень нуждаются в заботе и внимании. Деятельность Ртищева и в этой части была образцовой. Его следует признать выдающимся русским благотворителем. Недаром историк Ключевский столько внимания уделил Ртищеву в своей знаменитой лекции «Добрые люди Древней Руси». К сожалению, нам придется ограничиться простым перечислением ртищевских благодеяний, но и это впечатляет. Он занимался выкупом пленных и помощью раненым воинам. Он устраивал приюты для бедных и построил в Москве первую больницу. Наконец, он организовывал помощь голодающим. И все это делалось им по собственному почину, неутомимо и постоянно, год за годом, с подлинным человеколюбием. А еще нельзя не вспомнить о том, что Алексей Михайлович доверил Ртищеву воспитание своего старшего сына, царевича Алексея Алексеевича, наследника престола. И это тоже говорит о многом. Лучшего воспитателя, учителя трудно себе представить. Иногда кажется, что если бы не болезни и смерть царевича в молодые годы, Россию ожидало бы блестящее правление. Впрочем, это уже прекраснодушные мечтания, а не история. Реальность была другой.
Все-таки Ртищев шел против течения. Он был один. Его деятельности явно не хватало для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в то, что стремительно распадалось и раскалывалось. Огромная, прекрасная, сильная страна оказалась в растерянности. Ей просто не хватало духовной и культурной перспективы. И потому царю Петру, младшему сыну Алексея Михайловича, так легко будет сломать древнерусскую жизнь и древнерусскую культуру и завести новую элиту, устранив старую. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы» в цикле «Элита. Фундамент и динамит русской власти».